Friends of the Hermitage Museum, dear Director, Mr. Piotrowski, dear colleagues, with uh, this uh, short account uh, of uh, the curious history of one painting by Tiziano, the Fondazione Musei Civici di Venezia would like to express to you all our friendship in such a hard moment. We know from experience Because we have been living through the violence of the pandemic here in Italy as well, that culture is our strongest ally, our strongest friend. My wish is that this brief story can offer a peaceful break during these days of distress. В Италии, шутя, говорят, что у картин есть колеса, потому что редкие вещи, не имеющие отношения к искусству, могут похвастаться такой авантюрной биографией, как история некоторых картин. Они меняют страны и народы, дома и владельцев, находят новых обожателей, новые семьи, в которых проживают часть своей жизни. Они попадают в салоны и выставочные залы, где позволяют собой любоваться, или в скромные служебные помещения, куда их убирают, когда меняются моды и вкусы людей. Все эти драматические события произошли с одной замечательной картиной Тициана, портретом неизвестной дамы с дочерью, чья история наполнена приключениями и путешествиями. Начались они в Венеции, и 400 лет спустя закончились в Венеции, заглянув по дороге в Санкт-Петербург, Париж, Лондон и Антверпен. Известно, что Тициан скончался 27 августа 1576 года в Венеции во время ужасной эпидемии чумы, разразившейся в Европе в 1575-1577 годах. Есть много общего между той страшной эпидемией и коронавирусной пандемией сегодня, но они несравнимы по тяжести. В эпидемии 1575-1777 годов в одной только Венеции погибло 25% населения. Но и тогда, и теперь мир столкнулся с новой болезнью, о которой неизвестно ничего, ни откуда она взялась, ни тем более как ее лечить. Об этом можно пространно рассуждать. Обозначим лишь то, что тогда, как и сейчас, главным средством борьбы с ужасной заразой становится физическая изоляция – чтобы обеспечить ее, Венецианская республика, которая ранее, в 1348 году, уже столкнулась с великой эпидемией черной смерти, погубившей половину населения республики, в течение всего XV века занимается организацией мест для карантина заболевших и тех, кто мог заразиться чумой. Речь идет о лазаретах, построенных подальше от города на маленьком острове около Лидо-ди-Венеция. Несмотря на все предосторожности и меры предпринятые Республикой, Тициан которому исполнилось уже более 80 лет, заражается чумой и умирает 27 августа 1576 года, через месяц после потери от той же болезни любимого сына Горация, своего ученика и главного помощника во всех начинаниях, прекрасного портретиста. Теперь мастерская Тициана оказывается в распоряжении его первенца Помпония, с которым отец не очень-то ладил. Скорее, скажем мягко, ждал от него неприятности. Помпони находит в мастерской много законченных работ и несколько незавершенных, таких как большая картина, изображающая Дожа Антонио Гримани перед аллегорией веры. Она была написана для дворца Дожи, где Тициан работал в 1555 году. Картина была завершена Марко Вичеллио, племянником Тициана, и сегодня находится в одном из залов дворца. Осталась незавершенной и пьета, которую Тициан писал для собственного надгробия в церкви Фрари. Это очень торжественная картина, в которой преобладает мрачный колорит и потустороннее настроение. В лице старика, простершегося перед девой Марией, традиционно считающегося изображением Никодима или Иосифа Римофейского, угадывается автопортрет художника. Незадолго до смерти, возможно, в первые месяцы 1576 года, Тициан включил в композицию в нижнем углу справа небольшую вативную картинку, на которой он вместе с сыном Горацием молит об избавлении от чумы. Работа была завершена художником Пальмой-младшим и хранится сегодня в галерее Академии. Среди полотен, приобретенных Кристофором Барбариго, есть настоящие шедевры, такие как «Мадонна с младенцем» и «Марией Магдалиной», и один из вариантов «Кающейся Магдалины», которые сегодня находятся в Эрмитаже, «Изумительная Венера с зеркалом», приобретенная Николаем I и проданная в 1939 году коллекционеру Эндрю Мелону, хранящейся ныне в Национальной галерее Вашингтона, а также «Несение креста». Среди этих произведений была картина, изображающая Архангела Рафаила и Товию, созданная рукой безусловного мастера, но не дотягивающая до шедевра. Теперь-то мы знаем, что картина была секретом, но открыт он был только 400 лет спустя. Под изображением Товии и Рафаила скрывались портреты прекрасной дамы и ее дочери, настоящий шедевр Тессиана, который он хранил у себя в мастерской считается установленным, что это портрет любимой женщины художника и рожденный в результате этой любви его младшей дочери Эмилии. Возможно, что по просьбе Помпония, один из учеников Тициана, изменил фигуры, написав поверх женского изображения Рафаила, а поверх чудесного личика девочки Тою. Сегодня трудно сказать, какой была истинная причина этой переделки. Может быть, Помпони считал, что библейская сцена с Товией, популярная в свое время, скорее найдет покупателя, нежели частный портрет, а возможно, ему просто был неприятен вид любимой женщины отца. Трудно сказать. И коллекция Барбариго становится лаковым кусочком для множества торговцев, ведущих дела с венецианской знатью. В 1838 году старший сын российского императора, молодой Александр Николаевич, посещается своим наставником Венецию и остается под большим впечатлением от этой коллекции. Как нам сообщает замечательный исследователь итальянского искусства Ирина Артемьева, быть может, именно благодаря его восхищенному отклику в 1850 году царь Николай I приобретет целиком всю коллекцию Барбарига за 520 тысяч австрийских лир у графа Николо Антонио Джустиниани, родственника, друга и наследника рода, пресекшегося незадолго до этого со смертью своего последнего представителя Джованни Альвиза Барбариго в 1843 году. Так вот случилось, что в 1854 году наша картина была продана на торгах вместе с еще тысячу двумя местами произведениями из императорской картинной галереи и обосновалась в доме одного русского графа. Но на этом история не заканчивается. Перепроданная по причине затруднительных обстоятельств владельца, картина возвращается на европейский рынок и в 1920-е годы оказывается в Париже в коллекции французского антиквара Рене Жампеля. Озабоченный предчувствием войны, угрожавшей Европе, он переводит свои сокровища в Лондон и прячет на складе, скорее похожем на гараж. Это было сделано под таким секретом, что после трагической гибели Жампеля в концентрационном лагере Ноенгамме, куда он попал за участие в сопротивлении, семья не знала, где искать спрятанные вещи. Только в 1946 году, после долгих поисков, его сыну Эрнесту удалось найти склад, где, среди прочего, находилось полотно, чудом пережившее трагические лондонские бомбардировки. После всех перипетий картина нуждалась в реставрации, и было решено исследовать произведение, чтобы выяснить, в каком оно состоянии. Каково же было удивление реставраторов Института искусства Курта в Лондоне, когда в 1948 году с помощью рентгеновских лучей они рассмотрели под верхним слоем живописи изображение женского и детского лица. Вся история перемещений картины из Венеции времен Тициана до царской России позволяло с почти полной уверенностью предположить, что скрытое изображение было создано рукой великого мастера венецианской живописи. Но на тот момент казалось слишком опасным пойти на риск комплексной реставрации, то есть снять весь слой поверхностной живописи и добраться до оригинала самого Тициана. До 1983 года опасение потерять качественное полотно XVI века было сильнее, чем надежда обрести оригинальную работу Тициана. Понадобилось смелое решение Алека Кобба, реставратора и предпоследнего владельца картины, чтобы разрешить все сомнения. И Коб начал длительную процедуру реставрации, которая шла 16 лет с 1983 по 1999 год. Результат... Превзошел все ожидания. Реставрация привела к появлению на свет изумительного двойного портрета, странствовавшего 400 лет и после всех приключений, вернувшегося в Венецию, во дворец Дожий, куда его передал в безвозмездное пользование новый владелец, бельгийский коллекционер. Однако остается много загадок. Кто эта прекрасная дама, с такой любовью, изображенная Тицианом? Наиболее правдоподобное объяснение нашла американская исследовательница Андерсон. Рассматривая, с какой тщательностью и любовью написаны эти женские фигуры, она высказывает предположение, что они были особенно дороги художнику и принадлежали к самому близкому кругу Тициана – Значит, наиболее правдоподобная гипотеза это то, что двойной портрет изображает мать Эмилии, известную как Милия, вместе с самой дочерью Эмилии в возрасте 10 лет. Если речь действительно идет об этой дочке Тициана, значит, портрет относится примерно к 1558 году. Кем бы ни была эта прекрасная незнакомка, память о ней и о ее дочери навсегда увековечена в этом портрете.